А о чем это мы? А, да. Аль-Хайтам назвал себя при тебе нежным ученым. Какая наглая ложь. А я о чем? Так за ложной скромностью он скрывает свои способности? Да, именно так. Он не покажет незнакомцам свою мощь. Но насколько он силен? Сильнее тебя? Конечно, нет. Кстати, на днях я буквально в него влетел, в пустыне, куда ходил за вдохновением. Знаю, опять он свои руины изучал. Все равно, почему он не взял меня с собой? Вместе же дешевле! Мерцай. Честно говоря, сильный он или нет, просто не хочешь иметь с ним дело. Думал, ты уже научился отвечать за базар. Мне сказали ничего плохого. Вообще только хорошее. Вы же отвлекли меня не просто, чтобы в карты поиграть. Сейчас это и решим. Пока обсуждали, как хорошо ты дерешься. Ты держишь козырь в рукаве. Вовсе нет. Значит, ты не дерешься? Да ладно, с его характером! Но надо ли драться? Сперва надо подумать. В мире все взаимосвязано. Я просто ищу самое слабое звено. Если устраняешь первопричину, остальное решается само собой. Разделяю на ноль. Поэтому мы приходим к самому верному. Весьма простое правило. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Всем понятно? Не совсем. Опять ты шарады свои. Ответ был интересен, да? Шеф, отличное вино. Налей мне бокальчик.